Грушин Александр. Медали и кубок Виктор Владимирович привез из Москвы, где состоялось заседание профессиональной футбольной лиги. Отдельной номинации как лучший игрок сезона во второй лиге зоны Восток удостоен вратарь сине-белых Богдан Карюкин. Сам игрок не смог посетить торжественную церемонию. Чуть позже коллеги передадут ему вот такую звезду. Напомним, по итогам сезона «Динамо» заняла третью строчку из шести команд, хотя изначально теперь уже экс-руководитель ставил цель выиграть золотые медали чемпионата. Все когда-то кончается. Все когда-то кончается, все, поэтому я к этому спокойно отношусь, значит, ну, был такой большой этап моей жизни, который я прошел там, ну, оценят его, как говорят, оценки были разные, пока работал, но главная оценка, она же бывает когда, уже после того, значит, когда пройдут годы. Как стало известно нашим новостям, в новом сезоне клуб готов отказаться от целого ряда игроков, кому за 30. Вместо них тренерский штаб планирует сделать ставку на молодых воспитанников спортивной школы.